ВВА. Так называется этот новый вездеходный патрульный агрегат. Он создан конструкторами Ленинградского центрального научно-исследовательского института лесосплава. Идут последние испытания. Водометные устройства позволяют вездеходу двигаться и быстро маневрировать на воде, а гусеницы дают возможность прокладывать путь и преодолевать препятствия на суше. В ходовых качествах агрегата вы можете наглядно убедиться сами. Для него нет непроходимых мест. Вездеход может сопровождать малевой сплав на равнинных и горных реках, ликвидировать при необходимости завалы. Он будет хорошим помощником для работников лесной промышленности.